Лохотрон – это ваш сетевой и личный опыт. Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и я являюсь автором двух книг «Прорыв, ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете». Лохотрон – это ваш сетевой личный опыт. И как раз-таки об этой книге сегодня мы и поговорим. Очень объемная тема, и ее вот сразу вот так в одном посте, либо в одном видео, ну просто невозможно осветить. Поэтому данной теме я уделила целую книгу. И да, она мотивационная. И да, она о моем личном опыте. Я никого не хочу и не собираюсь задеть. Я высказываю только личный свой опыт, свои знания и те понимания, которые у меня уже есть за несколько лет в сетевом. Дабы развеять сразу сомнения многих, которые, возможно, сейчас это видео смотрят и являются сетевиками, и причем в этом бизнесе находится много лет, и с ухмылкой посмотрят на мое видео, на мою книгу, я сразу хочу сказать о том, что в книгу вложила максимум усилий и знаний, которые переработала русским человеческим языком. Книга основана на моих личных осознаниях и пониманиях. То есть было так, что я зашла в сетевой, не знаю, куда идти и что делать, и я просто пытаюсь делать так, как говорят мне мои наставники, имея какое-то небольшое обучение за спиной, и работая над этим всем, я усиленно пробиралась через тропу непонимания. Эти осознания я записывала и складировала, и не просто так. Я считаю, что книга получилась обширная, мощная и наполнена максимально контентом, который даст вам понимание, что вообще такое сетевой, стоит ли туда идти или нет, лохотрон ли это или нет, потому что аудитория поделилась на данный момент на как минимум 4 части. Это те, кто зарабатывает деньги в сетевом, те, кто берет и пробует, те, кто называет его лохотроном по каким-либо причинам, возможно, не проверили сами эту информацию и услышали откуда-то, и теперь считают, что это правильно, и тех людей, которые не доверяют, либо не совсем знают о сетевом, и вообще, как в нем можно работать. Это вот как минимум 4 аудитории. Я рекомендую эту книгу каждому человеку, даже если вы новичок в сетевом, или же вы человек, который долго в сетевом. Возможно, найдете поправки, которые поправите меня. Но, естественно, новичкам она будет точно в тему. Я говорю только голую правду в книге. Поэтому не судите строго, но предлагаю переходить к прочтению. А под видео вы найдете ссылку, где ее можно скачать. Ну и до новых встреч, ребята!